Здесь вам еще не надоел. Так как серия моих трех грузовиков, они в принципе относятся к одному классу американских классических тягачей. Вот это опять же Peterbilt 379 версии, это модель 2005 года. Вот сейчас выпускается немножечко другая с другими фарами. Вот этот грузовик очень долго продержался на конвейере, он является одной из самых любимых моделей американских дальнобойщиков. Почему это так произошло? Потому что Peterbilt, он специализируется на выпуске моделей по заказу полностью. То есть человек приходит, он полностью заказывает для себя все абсолютные компоненты, и как по конструктору все это делается из стандартных частей. Еще я забыл сказать, как и во всех моделях, здесь используется подвеска, но она использует еще и резиновый элемент. То есть вместо пружинного элемента здесь используются резиновые детали, которые гасят возникающие силы при разгоне. Раньше первая версия у меня поднималась вот эта вот ось средняя и ухудшалось сцепление. Теперь благодаря резиновым элементам у него более хороший разгон. Модель также имеет двигатель Cummins IS. Это тоже копия двигателя, она имеет полностью все патрубки, проработана турбина, проработаны воздуховоды, клапана это слишком мелко для нашего масштаба. Сколько лошадиных сил? Что-что? Сколько лошадиных, лошадиных сил у этих моторов до 650 в зависимости от версии. Будем считать, что здесь 660. На килограмм веса. Также открываются двери, салон, регулируемая также колонка. Не поворачивается. Не поворачивается руль, да, к сожалению, потому что привыкли. А то удобно. И колеса тоже не поворачиваются. Батарейка. Ну пока с пульта. А еще один интересный момент, также он в Кенворте, я про него забыл сказать. Используются здесь самодельные провода для подключения прицепов, да? То есть это провода, которые были сделаны из обычных проводков, намотаны, и при этом они придают очень эффектный вид, то есть они, скажем так, делают его более богаче. Сзади тоже сделаны все поручни, имеется выключатель, опять же функциональный. Вот доступ к инфракрасному приемнику также очень простой, снимается один из модулей, и благодаря этому мы имеем полный доступ. Строился этот год? Да, строился. И я так понимаю, это самый длинный из участников. 93-й номер.